сойду с ума. Oui, je veux. Oui, je veux. Oui, 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 je oui. veux. Je veux. Oui, je veux. Voilà. Tomate rouge. Voilà. Tomate rose de Berne. Tomate rose de Berne. Bravo. Ok. I usually get my vegetable and food from this stand, and there is always huge line here. Стильная девушка. Очень вкусный виноград, как жвачка. Вы знаете, жвачки такие со вкусом винограда. Вот прям один к одному. Вот эти киви я очень люблю. Впервые я их попробовала в Бангкоке. Когда их разрезаешь, внутри они не зеленые, а желтые. Обычно же простые киви зеленые и кислые. Они более плотные, они волосатые, и внутри они зеленые. А эти желтые и сладкие. Мне нравятся. Из Новой Зеландии. Здесь очень интересно мужчина продает. Как будто он из леса пришел сейчас, сорвал овощи и фрукты и принес на рынок. Лесник. Я его называю мужчина-лесник. Интересный персонаж. Сегодня, ребята, 19 августа. И в Париже все на каникулах. И маркет просто наполовину пустой. И сегодня нету даже моей женщины, у которой я обычно покупаю хлеб. А я так соскучилась. Bonjour. I'm a florist in l'artisan florist. Au pied du temps. Ah, really? Yeah, really. Bye, bye. Меня люди узнают. А я не знаю, кто это. Мне какие собачки. Bobo, là, oui, la pêche 4 mois, elle. Oh, ça grandit beaucoup? Elle couche les pattes. Какая интересная фасоль. Чтобы вы видели цвет. Фиолетовая. Лично я такой фасоли никогда не видела. Я понимаю, есть зеленая фасоль, но чтобы она была фиолетовая, такое впервые. Называется харикот нуар, так и называется, темная фасоль. Я быстренько обойду маркет, посмотрю, кто что продает, и сделаю свой выбор. Вот этот стенд мне тоже очень нравится, у них прям все настоящее. Как я понимаю, когда я говорю «все настоящее», я не знаю, я просто это вижу, я это чувствую. Вот эти ребята мне не так нравятся. Я уже у них покупаю не первый раз авокадо, и он внутри черный. При выборе любых трав, при выборе любых, что я говорю? При выборе любых трав есть такой трик, чтобы понять, если это ароматная трава, если это не ароматная трава. Бывают такие травы, которые выращивают, я не знаю, каким образом, а так они вообще никак не пахнут. Так что как я выбираю травы? В конце нужно вот так вот прижать и понюхать. Если трава пахнет, значит она хорошая. Это очень пахнет, прям мне даже нажимать не надо. Дошла до своего любимого стенда. Здесь две женщины продают овощи и фрукты. Я их так люблю, я всегда получаю от них очень много позитива. Есть, есть клубника, куда она не убирает, правда. Фесс. Ça va bien? Ça va très bien, vous? Обожаю этот стенд. Как здесь классно. Мой любимый стенд. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui. On va demain matin. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Vous verrez ma remplaçante, elle est très charmante. Non. Une amie qui va me remplacer. Chercher des amandes. Ah, elle est pas là. Elle est chez elle en Algérie. Et elles sont très goûteuses celles-ci. C'est celles qu'on utilise pour faire le caviar. Oh, даже груши пахнут. Caviar d'Auvergne.
собой я приношу всегда вот такие вот reusable bags. No plastic, zero waste. Еще такая у меня с собой коробочка. Я сюда положу, наверное, томаты и персики, чтобы они не помялись. Тоже из дома принесла. Я думаю взять сливу и сделать сегодня из сливы джем с какими-то интересными травами. Посмотрю, если здесь еще травы продают. И сделаю джем, потому что сливы здесь очень хорошие. Если я куплю вот такую сливу, конечно, из него джем не сделаешь, его так нужно есть. А на джем я возьму самые спелые сливы. Потому что джемы нужно сделать из самых спелых фруктов. Ну как так? У нее все пахнет. Все настоящее. Супер! По YouTube. Thank you for... And I will write about you. Ta-da. Okay. Yes? Alors, on va juste faire comme ça. Okay. Yummy! Томаты я люблю. Томаты в салат, томатную стопу готовлю с темпехом, с рисом. Какая жизнь без томатов, скажите? О, и персил возьму еще. Персил? Персил? Один кюкамбер, он мне как раз хватит на 5 дней. И возьму еще перец. Чиболет? Сегодня впервые я увидела черную фасоль. И впервые я сейчас вижу черный базилик. Вот возьму, попробую. Вот такой большой рокет я никогда не видела. Это руккола. Обычно она бывает очень маленькая. Такая большая, интересно. Возьму на салат, почему бы и нет. Пахнет вкусно. Мне в Париже осталось быть 5 дней. Это получается 4 ужина. Вот я купила себе один вид салата. Еще куплю кейл и рокет возьму, и все. И мне как раз хватит на 4 дня, я думаю. Салата я очень много ем. Обычно один авокадо у меня на 2 дня. Если я не даю, заберу в Ташкент. Потому что в Ташкенте, ну, не найти нигде авокадо. 100%. Yeah, I'm vlogging about it. Yes. In Russian usually. In Russian. It's in Russian. Я купила apple cider vinegar. Это уксус яблочный. Я его пью утром немножко с водой. Также я им мою свои овощи, фрукты и все травы, которые я покупаю, зелень. Потому что он убивает микробы и придает салату такой, знаешь, вкус интересный, когда промоешь. Когда я промываю свой салат, у меня реально занимает, ну, где-то, не знаю, минут 15. Я его с одной водой промою, потом с хорошей водой промою, потом уксус яблочный разбавлю в воде, еще раз промою. Так что у меня 5 этапов промывки овощей. Мама, я везу в Ташкент бананы. Hello, hello. И я буду в Ташкенте, кстати, из бананов делать свои любимые кукис овсяные. Я вот уже планирую, что я буду готовить в Ташкенте. Я нормальная вообще? Вот именно, что нормальные люди заранее планируют свою еду. Они нормальные, им пофигу, что есть. Я таких людей не понимаю, кстати. Уже отваливается у меня рука. И все просто части тела, потому что я опять все купила. Мне в Париже 4 дня осталось, я опять все понакупила. Я не знаю, что происходит. Шампиньоны. Пахнут очень хорошо. Пахнут прям грибами. Я вот сейчас задумалась, почему их еще никто не раскупил? Пахнут хорошие. А потом я спросила цену, а они, оказывается, стоят 40 евро за килограмм. И они, оказывается, растут где-то на деревах. Это не простые шампиньоны.
ем кейловые чипсы каждый день. Я ем кейловый салат каждый день. Я кейл обожаю. И вот какой он красивый. Какой он красивый. Люди проходят, смотрят, как будто я танк поставила. 21 век. Люди до сих пор удивляются камерам. В воскресенье я взяла любимый Acai Bowl. В своем контейнере. Вот что, чувак, остановился. Привет. Вот прям на мотоцикле проезжает, остановился и улыбается. Вот смотрит на меня, уехал. Да, это мой любимый контейнер, я его всегда приношу с собой, потому что я не беру takeaway контейнеры, я считаю, что это нехорошо для environment, это нехорошо для окружающей среды, и мой контейнер это мой контейнер, это мой родной контейнер. Bonjour. Репортаж. Репортаж жизни. Репортаж moi la vie. Je travaille dans le cinéma. Ah really? Tu habites à Paris? Oui. Qu'est-ce que tu fais comme travail à Paris? Work here. What is your job? Yoga instructor. What? Yoga. Yoga? Yeah. For you? You want my phone? No, I'm fine, thank you. I'm fine. Кафе Honor готовит самый вкусный кофе. Это точно. All hung up on imaginary problems. You gotta focus on what's real, man. Вы представляете, когда на шоколаде написано Immerse yourself in the magic of Heirloom Cacao and Laurel Botanicals. A place where you can feel to be in bliss, beauty and clarity. Вот когда на шоколаде такое пишут, хочется этот шоколад есть. Ингредиенты. Какао, sun-dried cane, cacao butter, pearl flour, vanilla bean, sea salt, cardamom and rose oil. Вы только послушайте, какие здесь ингредиенты. Какао, пудра жемчуга, ваниль, кардамом и розовая эссенция. И все 100% органическое. Когда шоколад сделан из таких ингредиентов, просто крышу сносит. Буду пробовать. Но роза не сразу чувствуется. Роза потом, в конце, отдает. А ваниль чувствуется сразу. Пошла роза. Бананы, ананас и манго я купила в Ташкент. Но хотя манго я еще успею здесь есть один, наверное. Я манго обожаю. Я манго ем каждый день.
На самом деле уже жду не дождусь, когда я приеду в Ташкент и буду кушать наши узбекские дыни. Какие вкусные узбекские дыни! Ни одна дыня мира не сравнится с узбекской дыней. Вы согласны? If you ever try melons from Uzbekistan, oh my god, it's like so juicy, so aromatic, you can smell it kilometers away. Really. Uzbekistan is the best for melons and for watermelons. I'm gonna vlog about it. Next. Pineapple. I love pineapple. Even though I always say eat local food, but what can I do if my body and soul crave for tropical fruit? I love tropical fruit, and yeah, that's from Costa Rica, and they're organic, they're really nice. Mm-hmm. Я всегда говорю, что старайтесь кушать те фрукты и овощи, которые были выращены на земле, в том регионе, в котором вы живете. Но что же поделать, если моя душа и сердце требуют экзотики? Я люблю экзотические фрукты. И этот pineapple из Коста-Рики, он органический. Три манго. Они из... Откуда они были? Органические, из Доминиканской Республики. Three mangoes from Dominican Republic. Also organic, of course. Actually, I should stop telling that everything here is organic, because obviously, everything I got today is organic, so I won't say that it's organic anymore. Passion fruit, my favorite fruit ever. Фрукт страсти, маракуйя, мой самый любимый фрукт. Limes for avocado. And these juicy, juicy, juicy lemons are from Chile. They smell so good. Я покупала во сне время лимоны, какие-то итальянские, там вообще сока нету, кожура огромная, толстая. И когда выжимаешь, там никакого сока нету. А вот эти хорошие, они из чили, они прям очень juicy. Обычно, когда я делаю свой салат, у меня один лимон на один салат. Я полностью выжимаю его, и это просто супер. Потому что я не ем соль, я не использую никакие соусы. Для меня самый лучший дрессинг для салата – это немного хорошего масла и сок лимона. If you only could smell them. So good. I'm gonna make jam from them. Кстати, попробуйте сделать смузи из миндального молока и груш. Груши отлично сочетаются с миндальным молоком, на заметку. Как я ем, я режу груши кубиками, добавляю миндальное молоко, сверху немножко гранулы, и это так вкусно. Acai bowl я топпинг обычно делаю из киви, маракуйи и ягод. И один фиг. Почему один? Не знаю. Угостили. Ой. И самый главный фрукт, который я купила, без которого я жить не могу. And the most important fruit that I got today from the market is avocado. This badass, guys. Любовь. Любовь всей моей жизни. Авокадо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь авокадо. Семь авокадо. Семь авокадо. Семь авокадо. Четыре дня в Париже на семь авокадо. Один авокадо на два дня. Каждый день я ем пол авокадо на ужин. Ужин без авокадо не ужин. Люблю. И вы знаете, где я храню авокадо? Вот здесь. Это сумочка хлопковая из Aesop. Почему я храню авокадо именно здесь? Потому что Aesop — это австралийский бренд. И я не знаю почему, но... Когда я слышу... Да, что такое? Но когда я слышу авокадо, я слышу Австралию. Когда я слышу Австралию, я слышу авокадо. Из-за этого Aesop — австралийский бренд. И авокадо идет в сумочку Aesop. И в моем доме вы, кстати, никогда не найдете что-то, сделанное из пластика. Я не использую никогда bags из пластика, потому что это ужасно для environment. И я призываю тоже вас никогда не использовать сумки из пластика. Пожалуйста, купите классную какую-нибудь tote bag и носите ее с собой. Шейте сами, я не знаю, или найдите где-нибудь такие вот сумочки из Hebe. И носите их с собой на рынке. Будьте zero waste. Zero waste. А где мои овощи? Сейчас я буду овощи показывать, у меня зарядка кончилась. Мигаешь? Чуть мигаешь.
меня кончается зарядка на камере, я быстро расскажу вам, что у меня из овощей. Я только сейчас заметила, как я выбрала томаты сегодня. Я не планировала, между прочим, но так получилось, что у меня один томат большой и один томат маленький, одинакового цвета. So cute. Это так random. Apparently, I chose tomato. One color, one big, one small. One big, one small. I didn't plan that. It just happened naturally. That's so cute. Have a look. На первом месте у меня кейл, на втором руккола и потом латук. Латук – это любовь. Он настолько водянистый, что вам даже воду не надо пить. Вот, вот моя вода. Я люблю латук, потому что он супер хрустящий. Я люблю все, что хрустит. Вот смерть. Вот приклеили они наклейку «Био». Ну как можно говорить «Био», «не био»? Какая разница, что это «Био», что это «не био»? Если это мертвый продукт. Мертвый. Дохлые куры валяются, и вы понимаете вообще, как такое можно есть? Как можно есть смерть? Насколько это некрасиво и насколько это разбивает сердце? Ужас. Focus on what's real, man.